пророк Исаия предсказал, что человек по имени Кир завоюет могущественный город Вавилон и, иссушив реку, войдет в город через открытые ворота. История подтверждает, что это пророчество исполнилось до мельчайших подробностей. Ну вот, дорогой мой брат, долгожданный час тишины, и мы, поглядев назад, были потрясены. Под бременем всех забот, как могли мы дальше идти, спасти нас мог только тот, кто нас вел в пути. Все это сделал для нас Бог и Иегова. Если б не он, то сейчас, где бы мы были, мы убедились не раз, снова и снова, с верой в него обновляемся в силе. Иегова во тьме был светом и утешением в беде. Повсюду был с нами, не оставлял нигде. В пустыне нам воду дал и во время бури укрыл. Носил на руках, когда мы лишались сил. Сколько же сделал для нас Бог и Иегова. Если б не он, то сейчас, как бы мы жили, падали мы столько раз, только он снова ласково нас поднимал, как на крыльях. Мало что может сравниться с выпуском перевода «Нового мира» на нашем родном языке. Мы народ Иеговы, и нам нравится изучать ясный и точный перевод Библии, ведь именно через Библию Бог общается с нами сегодня.